Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Октябрьского района Самары провели обучающий семинар в рамках проекта «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Очередная встреча с жителями прошла в штабе общественной поддержки Самарской области. Обычно в таких семинарах участвуют представители ГЖИ, районных администраций, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они отвечают на вопросы активных жителей. Наиболее актуальным вопросом является содержание и ремонт общего имущества квартирных домов, предоставление жилищно-коммунальных услуг, правильность начисления за жилищно-коммунальные услуги, оказание услуг, например, по вывозу мусора, содержание котельных площадок, ну и многие другие. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. Семинары очень важны и очень интересны, потому что на них раскрывается актуальная информация, необходимая для жителей. Ну, например, техническое сопровождение газового оборудования, либо приложение «Дом» в госуслугах, где можно и показания счетчика подать, и заявку передать и оплатить. Специалисты отмечают, сейчас активно обновляется состав председателей советов многоквартирных домов. Очень много подключается молодежи. Это именно потому, что сейчас есть возможность общаться по вопросам ЖКХ через интернет, то есть через систему, которую нам на семинаре «Мой дом» представляют, рассказывают, ну и пытаемся их внедрять. В Самаре и регионе подобные встречи проводятся еженедельно. Также продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.